классная картинка. Замечательно. Ой, какой хорошенький, ой, какой красавчик. О, тут прям целая подберезовая семейка. Вот парочка стоит. Потом вот там еще у нас. Ну вот, на одном местечке набрали, посмотрите. Ну что, прекрасная вообще компания. Все в прекрасном состоянии, замечательные грибочки. Ну что, похоже, пошли опята. Дружные ребята. Вот прям на том же самом месте, недалеко от тропинки. Посмотрите, какой красавчик сидит. Ой, краснюлька какой хороший. Вот молодец-то. О, пестрые зонтики пошли. О, какой хороший. Сейчас мы тебя срежем. Ну, вот это что-то интересненькое тут сидит. Ой-ой-ой, какой хорошенький красавчик. Сейчас режем, покажем. Тут у нас уже серьезная заявка на качество. Вот это качество. Посмотрите, каков. Ну, великолепный экземпляр. Замечательный. О, ну знатная семейка. Тут много, намного микродозингов. Сейчас режем, покажем его синеющую ногу. О, как быстро посинел. Ой, синевы необыкновенной. Ну, вкусно. Так, ну здесь мы явно опоздали. А вот знала всегда, что съедобные грибы, паутинники фиолетовые, ну, никогда не брала. А возьму-ка я сегодня их. Попробуем, что они из себя на вкус представляют. Ну, вот сегодня таких прекрасных пестрых зонтиков нашли несколько. Посмотрите, какой хорошенький. Ну, вот у них такие холодоустойчивые грибочки. Так что сейчас они пойдут. Уже пошли. О, несколько хороших семейок опяток осенних нашли.